нам буквально за 2 недели такие: выступайте. Такие: так, что, шутки, хорошо. Ночью сидели, готовились, писали, не спали, просыпали пары, но мы тут. Сегодняшняя игра прошла довольно хорошо, нам самим очень понравилось, но зрителю тоже понравилось, это самое главное. Мы кайфанули, так сказать, от нашего выступления. Очень тяжело было, это все-таки next. Я никогда так не волновался, как сегодня. Команды вообще очень интересные, все такие особенные. Зритель вот просто прекрасный. Придя сюда, я испытал просто кучу эмоций, столько молодых людей. Это было очень классно. Такая энергетика просто, ну, бешеная. Команды разного уровня. У кого-то смешно, у кого-то не очень, но в Скопе это все, это просто бомба. Next — это круто.